Веротерпимостью бахвалится безбожник. Широкий профиль, всех обнять готов. Но поживи с ним вместе хоть немножко, и ты поймешь значение страшных слов. Какой же врач позволит шарлатану водить за нос и пакостить клиентам? Он лжеврачу тотчас противостанет, разоблачит врага одним моментом. Бог Иегова истину открыл в Священной Библии, как в Откровении Божьем. В ней два завета, ровно пара крыл, чтобы истине возобладать над ложью. Перед слепым разложат тайны свети, и ров прикроет жертвам западню. Ты ж со светильником, уже ли не осветишь, и уподобишься изъеденному пню? Веротерпимость – признак омертвения, где теплохладность душу умертвила. Там безразличие бесовское к спасению, там с демонами высветит картину. Там стоит же за истину сражаться, за Церковь Божию достойно постоять. Конечно, за столом, не за углом с ножами, с достоинством, не как сектант-босяк. Христос есть Бог, все остальное ересь. Кто Троицу не чтит, тот еретик. С канонами церковными, с толкованием сверься, не по традициям, что с детства так привык. Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Нам главное Писание, в нем суть и соль. Второстепенное для вкуса, как поджарки, но чтобы во всем явили мы любовь. Веротерпимость и объявленная война до полного ее изничтожения. Крещение одно и вера лишь одна. Дурман терпимости отправим на сожжение. 3 февраля 2007 года.